Ну, страна, в которой более 100 миллионов человек пользуются вообще платежной системой как таковой, да, безусловно, своя платежная система, она даже экономически целесообразна и выгодна. Другой вопрос, к чему это приведет? Приведет ли это к изоляции от существующих уже сложившихся систем и вызовет, соответственно, проблемы с тем, что, например, там, с некой там, российской карточкой, на которой у тебя лежат деньги, ты не сможешь купить в Европе даже бутерброд. Ну, я думаю, что это решаемые вопросы. Скорее всего, останется и то, и другое. Но то, что внутренняя своя платежная система, да, безусловно, для России важна и выгодна, опять же, давно это можно было сделать, хотя бы по той простой причине, что ведь, когда мы совершаем какие-то транзакции, определенный процент уходит на обслуживание и содержание этой системы. Сегодня эти проценты, там, российские граждане платят владельцам систем Visa, MasterCard, там, American Express, которые находятся далеко за океаном. Почему эти деньги не могут оставаться в экономике, в обороте своей страны? В общем, целесообразность есть в этом.